любого человека заветная и давняя мечта. Он с нею засыпал, смыкая веки, и просыпался с нею он всегда. Мечтал он накопить побольше денег и новенький купить автомобиль. И вот однажды он на самом деле заветную мечту осуществил. Автомобиль блестящий и красивый бесшумно по дороге проезжал, как вдруг рукой мальчишеской ретивой в машину камень брошенный попал. Водитель видел этих негодяев, они ему махали перед тем. И сдав назад, он вдруг услышал: «Дядя, простите, дядя, я скажу, зачем». Мой брат упал, он в инвалидном кресле, кювет глубок и не хватает сил. А вы, как все, проехали бы, если я камнем вам в капот не запустил. Водитель растерялся: «Вы давно тут? Мы выбраться не можем 3 часа». А брат мой повредил серьезно ногу, к тому же надвигается гроза. Подошел к кювету и увидел, и сердце сжалось, словно дало сбой. В больших глазах мальчишки-инвалида таилась немальчишеская боль. И вызвали ребенка в одночасье, на мысли вдруг такой себя поймал, что, как сейчас, он не был даже счастлив, когда свою машину покупал. Была у молодого человека заветная и давняя мечта. Он с нею засыпал, смыкая веки, и просыпался с нею он всегда. Но вмятину не стал чинить он, чтобы урок с мальчишкой не был им забыт, что если ты не хочешь слышать шепот, в тебя однажды камень полетит.